Привет всем зрителям и подписчикам канала. Тема сегодняшнего нашего видео — это тарахтелка на судака. Ну, я ее так называю, может кто-то называет ее по-другому. Значит, приманка довольно простенькая, делается очень быстро. Основная задача и основной материал в этой приманке — это вот этих два шарика. Это натуральный камень, агат прессованный, с отверстием сразу идут. Значит, по цветам я беру один светлый, один темный, то есть, как вы видите, белый и коричневый, коричневый с характерной блесткой. Задача этих камешков — создавать при проводке характерный звук, который будет привлекать судака. Поэтому, ну, не только судака, и любую хищную рыбу. Поэтому выбрался натуральный камень, самый, как по мне, самый подходящий звук, который он издает. Можете услышать. В воде, понятно, он не так звонко будет звучать, но привлекать рыбу однозначно будет. Потом, для того, чтобы нам сделать эту приманку, нам надо вот такой кусочек пенопласта небольшой, желательно максимальной плотности. Его плюс в том, что он не так быстро разбивается, нормально выдерживает суперклей. Ну, суперклей тоже берется водостойкий, гелеобразный. И для того, чтобы сделать начало и окончание приманки. Потом нам нужен крючок, двойник желательно, потому что тройник, как правило, камни будут тянуть приманку ко дну, и нижний крючок тройника будет цепляться постоянно за дно. Поэтому берем двойник. Для хвоста я использую шерсть козла. Самое нормальное, самое эффективное, как по мне. Потом нож, нитка, наждачка для того, чтобы обработать пенопласт. Вот такая проволочка 0,5 мм для каркаса самой приманки. Поэтому смотрим видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому не понравилось, само собой, ставьте дизлайки. Никто никого не заставляет, не насилует. Поэтому смотрим, что с этого получится поэтапно. Ну и всем удачи!